Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов получил 12,5 лет колонии, причем строгого режима. Также он оштрафован на 60 миллионов рублей. Суд его признал виновным в получении крупных взяток. Советник Урлашова Алексей Лопатин получил 7 лет колонии. Теперь уже бывший мэр Ярославля был задержан 3 года назад. Он требовал 18 миллионов рублей у бизнесменов за муниципальный контракт на строительство дорог. И это только один из эпизодов. В уголовном деле более 60 томов. Генпрокуратура назвала самые коррумпированные регионы России. Наибольшее количество взяток зафиксировано в Курской и Астраханской областях, а также в Удмуртии. Доклад Генпрокуратуры содержит информацию о зарегистрированных преступлениях за 6 месяцев этого года. Например, по Курской области этот показатель вырос, причем в 3 раза. В Удмуртии вдвое. Тройку лидеров замыкает Астраханская область. Там в прошлом году зафиксировано 36 коррупционных преступлений, а в этом уже 74. Рост на 105%.